Дворник у нас убирает всю территорию акварели, ЖК «Акварель», эти дома, придомовые территории, входные группы, тротуары, плюс детская площадка, он за ней тоже смотрит. Так, что у нас еще? В зимой также он чистит снег, все успевает, вообще дворник у нас молодец. Так рассказывают представители домоуправляющей компании о своем сотруднике Сергее Панькине. Сразу видно, работу свой дворник ЖК «Акварель» в новинках знает на отлично. Даже присутствие комиссии конкурса «Лучший дворник» его не смущает. Работаю здесь 4 года, работа нравится, жители довольны, всегда благодарят. Живу недалеко, что очень удобно. Инвентарь выдают весь. Я оцениваю дворника работу на отлично, нареканий никаких нет. Каждый день убирает, скребет, подметает, собирает. Все делает то, что положено. Сергей Панькин, по мнению нижегородцев, один из 9 лучших дворников столицы Приволжья. Горожане определили кандидатуры финалистов с помощью онлайн-голосования на платформе «Лобачевский». Работу фаворитов оценивает специальная комиссия. Она определит лучшего из лучших. Стаж работы. Убираемая площадь работы. Это вот одни из технических критерий, которые вот зависят. Также состояние территории, наличие там мусора, качество содержания территории в рамках санитарных норм, правил, взаимодействие с жителями, что тоже немаловажно. За чистотой и комфортом прохожих на улице 40 лет Победы в Приокском районе уже несколько лет следит Хамдам Нурметов. В этом году он также попал в число номинантов на звание лучшего дворника Нижнего Новгорода. У нас чисто. У нас есть постоянный дворник. Спасибо ему. Выходишь из дома или заходишь домой в подъезд. Приятно посмотреть. У Дука Приокского района в обслуживании более 530 домов. Чистоту в их дворах зимой поддерживают до 200 дворников. Летом около 130 сотрудников. Глава администрации района в ежедневном режиме следит за работой каждого. Сейчас идет месячник. Во время месячника объезды идут ежедневные. И я ежедневно объезжаю, как глава администрации, весь район. Сейчас мы находимся на 40-летке, мы видим вот эту чистоту, видим, как покрашены, восстановлены после зимы ограждения покрашены, видим покрашенные лавочки, входные группы. Это все также делает дворник совместно с Дуком. Комиссия осмотрела участки всех конкурсантов. Окончательные оценки будут выставлены в ближайшее время. Кто станет лучшим, станет известно в этом месяце. Но другим участникам расстраиваться не стоит. Организаторы конкурса говорят, подарки получат все финалисты. Служба информации, Екатерина Васильева.